Okay, there is a dashboard, and there is a like not big, but it's not small, to crack like 2-3 centimeters. It has, so we can try to fix it. It will just use this credit card, sealant, and the alcohol. Hey guys, welcome to my channel, the Tiger Show, and today I wanna show you some video, some my experience, small experience, how to make repair, how to make your dashboard like much better if you have some cracks on it, some scratches, some small scratches, some small cracks. You can fix it with a very simple thing like a sealant. It's very simple, very easy. We just need like some kind of alcohol sealant and the credit card. How to combine all of it, you can see in this video. Keep watching, and also don't forget about your likes, thumb up, about your comments, and to subscribe my channel, please also. Thank you very much, and keep watching, and if you need it, I hope it will be helpful for you. На панели. Значит, смотрите, вот жигулевская панель, да, копеечная классика, вот она такая красивая. Проблема в том, что у жигулей, как и у многих машин, от возраста и от солнца начинают потихонечку трещины появляться на панели. Моя панель не исключение, вот у меня здесь трещинка, я вам потом покажу ее более детальней. И я купил другую панель, вот 11, да, здесь вот это первая копейка, у меня у нее серебристая, это накладка, у 11 у нее деревянная, в принципе, можно поменять этот, но мне она как бы не очень нравится, мне хотелось бы именно ставить оригинальную, не в плане оригинальную, а именно свою, которая стояла у меня на машине всегда с самого завода, все-таки эта деталь уже 41-й год пошел, родная, поэтому я попробую сейчас ее заделать, посмотрим, что получится, я не знаю, получится, не получится, трещина довольно глубокая. Смотрите этот видос до конца, я надеюсь, что у нас все получится. Вот эта панель жигулевская поближе, да, ее мы будем как раз восстанавливать. Вот, значит, смотрите, со всех сторон вам сразу я показываю. И вот та самая трещина, которую мы попытаемся с вами убрать. Вот ее хорошо видно, да, то есть она 3 сантиметра в длину и, наверное, 2 миллиметра в толщину. Так, ну вот я подготовил, в принципе, все для того, чтобы я попробовал заделать. Значит, обычный спирт, да, какой-то вот у меня там в растворе, в этом, в распылителе. Ножницы, кусок хлопчатобумажной ткани. Вот такой вот герметик крокодил. Это для сварных швов герметик, но почему именно такой? Можно было попробовать залить ее эпоксидкой, но эпоксидка при высыхании твердеет и очень сильно полимеризуется. Другие герметики, они остаются, вот если шовный герметик, допустим, использовать, да, там какие-то сантехнические и так далее, они остаются мягенькими. Крокодил практически застывает. Ну вот если вы видели швы сварные на автомобилях, можете проверить, там посмотреть. Вот поэтому использовал его. Это колпачок, чтобы тоненько можно было занести. Карточка пластиковая обыкновенная. И еще не положил малярный скотч, чтобы ограничить эти. Ну а теперь приступаем. Так, я делаю более крупным планом, чтобы вам было смотреть поприятнее, да. Значит, вначале растворители лучше на панели не использовать, потому что неизвестно, как они себя поведут, могут растворить вот эту вот поверхность, да, и без того уже уставшую от времени. Я обезжириваю, вот именно, скажем так, убираю всю грязь обычным спиртом. То есть я просто попшикал, неважно, пшикалка или еще что-то, вот спиртом, даем ему хорошо высохнуть, выветриться. Плавно протереть все, по возможности также протереть эту трещинку чем-то острым. Ну вот у меня, например, это краешек ножниц, чтобы там не оставалось всякие эти. Либо продуть просто иголочкой, что-нибудь такое, и в конце продуть. В
спирт испаряется быстро, поэтому не паримся по этому поводу. И можно его чуть больше залить, он потом все равно испарится. Так, ну вот оно уже практически подсохло. Теперь смотрите. Берем обычный вот малярный скотч, именно малярный, потому что он, когда его снимаешь, не оставляет следов. То есть обычным скотчем лучше этого не делать. Малярный скотч, вот самый маленький моток, стоит там порядка 15 гривен, то есть это там полдоллара, грубо говоря. И им ограничиваем территорию, то есть буквально оставляем по миллиметру там той территории, которая у нас, ну, не будет заполняться герметиком, чтобы мы не намазали и не оставили следов. Значит, вот примерно как-то так. Сейчас я вам постараюсь поближе еще приблизить. Вот, да, я думаю, видно трещина. И вот буквально какие-то миллиметрик, полмиллиметрика от трещины мы оставляем. Не заклеенные. Все остальное заклеиваем. Теперь берем этот герметик крокодил, как я говорил, да. Что-то он запаянный у нас. Протыкаем. Он черный, то есть я специально купил черный герметик, да, детка, фокусируйся. И вот этот вот колпачок, он здесь запаянный полностью. Фокусируйся. Вот он запаянный полностью. То есть ему надо отрезать носик самый-самый минимум, чтобы была очень тонкая. То есть вот самый-самый носик буквально отрезаю, все. Вот смотрите, что у меня получилось. Маленькая-маленькая дырочка. Вот. И теперь выдавливаем, стараемся заполнять именно трещину внутри. Вот видно, да, допустим, какой, насколько тоненький у меня слой герметика вылазит. То есть он спокойно влазит в эту трещину. Значит, вот смотрите, видно, что он меня, этот герметик, немного даже его с избытком положил. То есть он у меня вылазит. Есть вот такой вот верхний слой у него. Значит, есть у него вот такой вот верхний слой, который немножко торчит, да? Я стараюсь максимально осветить. Конечно, отражается полностью. Вот. Теперь можно мизинцем и спиртом все это дело аккуратненько выровнять. Значит, смотрите, как это выглядит, да? На мизинец немного спиртом капаем. И спирт слегка растворяет данный герметик. Значит, вот. Как-то так. Как-то так. Это нам надо, чтобы мы именно первый слой стараемся так придавить, чтобы пропихнуть его, скажем так, в щель. Дальше сразу же, не ждя, пока оно высохнет, наносим второй слой герметика, уже потоньше, нам уже такой толстый не надо, потому что здесь образовалась такая вот, блин, маленькая канавка. Оно туда, скажем так, удавилось немножко. Все, его здесь надо совсем-совсем немного. Вот. Дальше теперь берем тряпку и пластиковую карточку. Делаем вот такой вот, скажем так, шпатель, да, из пластиковой карточки и тряпки. На край брызгаем спиртом. Вот таким образом.
и вот этой вот смоченной твердой поверхностью с тряпкой снимаем лишний герметик. Остается немножко, да, там еще видна канавка, можно слегка еще подмазать, если маловато в первый раз. И именно это делать не на сухую, да, тряпку, а именно каждый раз ее смачивать, потому что вот спирт чуть-чуть растворяет этот крокодил, он становится как бы помягче немножко. Вот таким вот образом. Значит, теперь убираем лишний спирт, чтобы нас нигде не здесь ничего не поплыло. Даем ему подсохнуть. В принципе, сохнет довольно быстро. Пускай минут 15-20 подсохнет. Сейчас смотрите, что у нас получилось. Сейчас, конечно, очень сильно отражается все. Ну, пускай подсохнет немножечко. Потом посмотрим на результат. Все, оставляем его высыхать на несколько часов, чтобы он полностью тщательно высох. Так, значит, вот поближе местечко, на котором была трещина, да, вот она, трещина заделана. Ну, ее можно быть... Можно немножко затереть, чтобы не так сильно блестело, но все равно мне данный результат не нравится. So guys, you see, as I said before, it's very easy to fix it. You just need the simple thing. So likes, but leave your likes, leave your comments and subscribe and see you next videos. Bye.